Итак, здравствуйте, друзья. Здорово, народ. Ну, с Новым годом вас. И начнем мы с чего? Начнем мы с новинки-не-новинки. Как бы данная лампа уже была у нас в ассортименте, но вы в ее цоколе. Уже видели, мы вам ее уже показывали, да, но в другом цоколе, все самое интересное. А сегодня она будет в аж первом цоколе, в синолиновской линзе. Линзы, ребята, линзы. Биксенон. Линзы Биксенон под H1. С чего и надо начать. Это биксеноновая линза H1, та, в которой мы уже делали тест. Но мы обещали, что приедет сейчас новая лампочка, и, соответственно, мы вам покажем, как светит новая, друзья. Запотела. Ну, ничего страшного, сейчас пройдет. Она просто в холоде лежала. Запотела. Так вот, это Синолин, друзья. Это линзы Биксенон. Синолин нам коробка, в принципе, ни к чему. Цена? Цена вот такого вот комплекта линз 4500, друзья, с масками, со всеми фигнями, штуками и прочим. Под H1, под Биксенон, ближний, дальний, соответственно, со шторочкой. И мы уже в ней снимали прям вообще прям хорошо. Прям победила тогда. Какая у нас лампа, напоминай? F16? Да, ребят, если хотите посмотреть тот тест, вот там ссылка внизу будет. Переходите, смотрите, где F16, непосредственно вот такая лампа победила. Вот такая, вот такая коробка. Коробка, да. Нет, коробка, просит. Вот такая лампа. Вот такая, да, она туда входит абсолютно легко и просто. Зад, вот такая вот. Перед, зад, вот такая. Мы на нее обзор, в принципе, отдельно не делали. Но лампа F16 вот такая, да. По поводу установки, ребят. Вот она помещается. Все абсолютно четенько, без всяких проблем. Влазит, компактная, аккуратная. Вот, пожалуйста, все. Все внутри. Пымс, 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 пымс. Так. Это значит она. На, убирай. Про нее неинтересно. Но есть еще у нас F3, друзья. F3 тест в этой линзе с расточкой. Вы также можете посмотреть то, что надо, чтобы F3 сюда поставить, точить вот здесь, растачивать, засовывать. И как бы это, да, было камнем преткновения. Поэтому новая компания. Даункнайт. Даункнайт. P1. А как правильно? Даункнайт или Даункнайт? Мне кажется, Даункнайт. Даункнайт. Прислала, короче, нам очень крутую лампу. P1 в H1. Чтобы не точить. Чтобы не точить, друзья. И сегодня у нас, так скажем, своеобразная распаковочка. Там обычно ни хрена внутри нету, но... Ну как нету? Стяжечки. Да, это, кстати, первая компания, которая кладет стяжки для блока. Нет, чё? А не первая. Еще? А кто еще? Навсай раньше клал. Как? Раньше клал Навсай. Ты чё, дядька? Только в под ксенон, который, и все. Тут под ксенон, да. Куда-то еще клали? Да? Больше нигде вообще. Стяж никогда. Ну, под ксенон точно помню были. Под ксенон были. Ну да ладно. Стяжечки. Угу. Итак, вспоминаем, что за лампа. Лампа с очень красивым драйвером в виде машинки. Эксклюзивным, да. Эксклюзивным драйвером. Эксклюзивным и очень красивым. И вот такая масечка. Да, друзья. Длинненькая. Да. Вся на меди. H1. Отличный вариант. Самое прикольное, друзья. Это тот же самый Даункнайт, который в H7, который вроде как с обманкой. Который самолетик, типа самолетик. Да, самолетик, вот узенький, аккуратный. В H7 в конце года просто поразил. Она просто взяла и порвала F3. Заливка лучшая, СТГшка отличная, все классно. Чипы от F3, напоминаю, что именно компания Даункнайт позиционирует P1 серию как именно на чипах от F3. То есть она тоньше, она по новым технологиям, чипы те же, разгонка, в принципе, все то же самое, по всем ваттам, люминам и прочим. Она сопоставима с F5, друзья, то есть здесь ватт по 50 на лампу, по 10 тысяч люмин там и прочее, бла-бла-бла, но типа очень-очень круто. И потребность людей для установки в биксеноновую линзу была очень большая. Все хотели F3, потому что цвет теплый. Но раз у нас чипы F3 и цвет теплый, друзья, нам нужна лампа, которая войдет туда идеально. То есть вот она заходит абсолютно идеально. И не будет вопроса расточки всего остального. Да, и самое прикольное, вы даже ее можете повращать внутри. То есть насколько она тоненькая и аккуратная, это вот просто, ребят, вот вы крутите ее, в принципе, в линзе. Да? Никакая другая, нет возможности покрутить. Вот, ребят, поэтому сегодня мы ее схлестнем с чемпионом прошлого теста, с F16. И посмотрим, кто из них и что умеет в биксеноновой линзе. Погнали. Да. И сейчас у нас F16, ребят. Артем Евгеньевич, он ее устанавливает. Смотрите, F16, резная такая штучечка, да. Так,
Итак, давай же, значит, ты ее можешь покрутить, вот что самое интересное? Нет, вот это невозможно, а DaftKnife можно. Так вот, ребят, да, давайте, значит, пиксеноновая линза, вот такую вот заливку дает F16, класс, ровнейший. Классно, внизу, подними чуть повыше. Никаких провалов, ровный такой контур и очень широко. Даже лучше, чем в биксеноновых линзах. Смотрите, друзья. Лучше, чем в билет линзах. Итак, поплыли, рассекая вот эту вот мглу. Великолепно. Вот посмотрите, какой ровный отсеченный контур. Да, вот этот вот небольшой подъем, ступенечка. И здесь заливка. Вот, соответственно, перед тачкой, вот тут вот, никаких провалов. Заливка великолепнейшая. Лампа просто космос. По цвету, друзья, по цвету. Цвет холодный. Вот на самом деле цвет, он вроде бы белый, но он такой преимущественно холодный. Но белый, ребят, вот со стороны смотрится вообще бомбово. Просто, вот, не, ну классно. На самом деле очень-очень круто. А? Ну да, вот он холодный, все равно. Он хоть и белый, но он прям холодненький. Ну и что можно сказать, ребят? Вот эта вот лампа F16, в прошлый раз, видео, которое есть ссылка внизу в описании под этим видео, порвала всех. То есть и Навсая, и Bravio 16, и Auxita, которая выставляла. Но, грубо говоря, очень крутая штука. Не надо ничего точить, пилить. Она очень тоненькая, встает без всяких проблем. И светит, как вы убедились, очень-очень круто, ребят. В принципе, но свет холодный, да? А мы же все с вами хотим потеплее свет. Потеплее хочется такой беленький, как у F3. Но F3, чтобы поставить, надо точить. И у многих был такой немой вопрос. Нахера я буду точить? А тут хоп и DaftKnife. Хоп и чип у F3. Хоп и тонкая структура. И, в принципе, сейчас мы посмотрим, как DaftKnife умеет светить. Но она более дорогая. Ладно. Даже дороже, чем F3. Ничего страшного. Но не точить. То есть собрал, поставил, засунул, поехал. Так вот, ребят, давайте же посмотрим теперь на DaftKnife P1 непосредственно серию в H1 цоколе. Итак, друзья, ну что же, момент истины настал. DaftKnife, давай. Вот она, DaftKnife, друзья, она там вращается, крутится, ее можно покрутить, настроить. Давайте, Артем Евгеньевич, попадайте. Там есть направляечки, ребята, вот этими направляечками надо попасть. После чего, соответственно, вы получаете вот такое вот добро. Так, давай, крути. Нам нужна лучшая заливка. Нет, ты не попал, скорее всего, этими пазиками. Вот. Попал? Да, вот. Так, подними повыше, посмотрим вниз. Внизу также провала нет, то есть он ровный контур идет. Вот, смотрите, ребят, вот. А если повращать Batman! Еще, да, Бэтмен, понятно. Это понятно, а если ее еще чуть-чуть покрутить? Не-не-не, там пятном. Все, да? Так, ну погнали вперед. Ну, ребят, не хуже. По крайней мере, не хуже вообще. Но теплее, да. Вот теплее. Прям хорошо, прям здорово. Свет заливается классно. И цвет теплый, друзья. Вот если смотреть на линзу, свет становится теплый, как у F3 непосредственно. И вот, пожалуйста, весь коридор, а ну направь вперед. Не, ну это слишком высоко, не надо так высоко. Ну вот прям хорошо, прям здорово, друзья, прям вообще отлично. И что самое важное, свет у нас теплый. Итак, ребят, что же выбрать, да? В принципе, и одна лампа достойна, и вторая лампа достойна. F16 классная, без расточки. Поставил, погнал, свет холодный, но прям мощный. А непосредственно P1, да, классно, да, здорово. Переплатить, да стоит, в принципе, наверное, за цвет. Потому что здесь будет именно теплый цвет. То есть по цветовой гамме они разные. А по яркости, в принципе, идентичны друг дружке. Вот. Но опять же, P1, она узенькая, она аккуратная. Все-таки F16 более такая толстая. Но мы посмотрели и, в принципе, не увидели особо большой разницы, ребят. Поэтому что одну лампу вы возьмете в холодном цвете, что другую в теплом свете, гарантию вы получите одинаковую 2 года непосредственно от нас. И если вдруг у вас произойдет какой-то брак, то, естественно, вам есть к кому обратиться и сказать: ребят, поменяйте. Вот. А как покажет себя та или другая лампа в непосредственно автомобиле, это уже покажут наши отзывы. То есть люди заходят, оставляют, читайте в ВК, в группе. Ссылка на нее есть внизу в описании под видео. Всем вам спасибо. Все ссылки, опять же, собрали внизу в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидите еще много всего интересного. С вами были Вовка и Артем. Все показали, как смогли. До новых встреч. Пока, ребят.